С вами Герман Пермяков, вы смотрите инвестиционно обучающий канал Redline TV. Сегодня хотел бы просто поговорить с вами о новом приложении, о новой фишке, которую я вот обнаружил в течение, так сказать, изучения банкинга. Вот, ни для кого не секрет, что, в общем-то, мы на канале выпускаем обзоры платежных систем. Вот, может быть, сейчас будем выпускать обзоры банков, но, к сожалению, как бы, наверное, это будет интересно для украинской аудитории, да? Ну, потому что я нахожусь в Украине, и поэтому, как бы, естественно, я изучаю украинский сегмент банкинга. Хотя, я вам скажу честно, он даже не дотягивает до российского, потому что я как бы и знаком с российским банкингом, да, и знаю как бы спектр услуг, которые предлагают российские банки, и, к сожалению, в Украине этого еще нет. Тоже, что касается ипотеки, то, что касается эскроу счетов, то, что касается, предположим, ячеек, то есть у нас ячейки в банкинге в Украине используются только, чтобы там хранить деньги вместо депозита, чтобы просто вот бумажные деньги, чтобы тебя не украли, да. В России российский банк предлагает ячейки для сделок по недвижимости, предположим, да, вот, предположим, продавец и покупатель, как бы, есть договор ячейки, банк является посредником, передает, как бы, через ячейку, чтобы люди не ездили с мешками денег по городу, они просто, как бы, пароль от ячейки передается, как бы, через банк, и, в общем-то, это, естественно, согласовывается. У нас, к сожалению, такого нет. Я даже общался с банкирами. Вот у нас пока что, к сожалению, хромает в этом. Точно так же, как бы, с эскроу счетами. Но эскроу счета, насколько я знаю, в России появились тоже, по-моему, какой-то один банк. Я не знаю, может, мне кто-то поправит, то сейчас будет смотреть. Вот. Но вот я вижу, что вот пока что так. Также вот вы знаете, что я любитель, в общем-то, делать все дистанционно с помощью... так сказать, не выходя из дома, с помощью интернета. Вот, сегодня я обнаружил очень интересный банк украинский, который называется Монобанк. Вот, это банк абсолютно без отделений. В общем-то, по поводу банков без отделений я уже слышал, что в Европе внедряется этот, потому что, как бы, отделение, это уже уходит в прошлое, как бы, большинство банков будут, естественно, избавляться от большинства отделений. Насколько я знаю, в Голландии там, например, в Германии много банков избавляется от этих отделений, потому что сейчас в основном, как бы, все можно делать с помощью интернет-банкинга. Вот, Монобанк является банком вообще без отделений. И, в общем-то, я решил протестировать его услугу, я взял его кредитку. Кредитки я использую для кэшбэка, для, как бы, инвесторских фишек. В общем-то, если вы хотите посмотреть, как я использую кредитки, можете посмотреть, внизу видео будет в приложении. Здесь я с помощью смартфона очень удобно загружаете приложение. Вот, и здесь, чтобы подать документ, достаточно просто его сфотографировать. Причем, фотографируете документ, у вас уже выскакивает рамочка, которая наводится просто на документ, предположим, на паспорт и на идентификационный код. И как только он попадает в рамочку, автоматически оно его сканирует. Вот, то есть... Таким образом, я через это приложение в смартфоне отправил свои документы. И, в общем-то, ко мне приехал курьер и вручил вот такой вот пакет. Вот. Давайте посмотрим, что там внутри. То есть пакет представляет из себя банк в своем кармане. Так и называется. Банку твоей кишени. То есть, что он из себя представляет? Просто обычный конвертик. Здесь есть кредитка. Ну, карточка. Да? Вот. Номерочек я прикрыл. Вот. И еще что тут есть?
это вот наклеечки детям поиграть, да, вот они позиционируют себя с этими кошками. И такая полиграфия, да, показана как с помощью монобанка, в общем-то, можно, что можно тут делать? Естественно, рассрочки, как бы деньги с карты, как пополнять, тарифы, в общем, как бы все остальное, как бы поддержка идет через каналы Telegram. В общем, если вам нужно, то телеграм-канал. Вот, смотрите, я достал карточку, и написано «Привет, я QR-код», QR-кошка, QR-кошка, встретимся в смартфоне. То есть я должен буду ввести номер карточки в смартфоне, все происходит абсолютно через приложение смартфон, то есть любые. Как бы, меня информировали, когда приедет курьер, на скринах я вам покажу, как приходит информация, да, приезжает человек, вот сейчас видите у себя на экране, на определенное время снимает фотографии, в общем-то, можно пользоваться. В общем-то, я никуда не выходил из дома, все это абсолютно делается, абсолютно экономит ваше время, мое время, и, в общем-то, видно, что банк использует современную технологию. Почему я люблю такие фишки? Я, конечно, люблю, потому что сейчас передвигаться по нашим городам, особенно по городам-миллионникам, где большие пробки, это, ну, я считаю, это просто неэффективно. Именно поэтому, кстати, кто не знает, вы можете посмотреть, как я покупал квартиру в Германии, тоже не выходя из дома. Для многих это может быть как бы удивительным, да, но тем не менее сегодня существуют именно такие сервисы, и, в общем-то, без проблем это можно делать. В общем-то, просто показываю, что есть такой банк, это, я так понимаю, дочерное предприятие Universal Bank. Вот, ссылку на сайт я тоже положу, посмотрите, кому интересно, кто в Украине, закажете себе такую карточку, будете пользоваться, у нее тоже есть кэшбэк, с помощью кэшбэка вы можете полностью тоже себе откладывать второй инвестиционный бюджет. Все, ну, кому было интересно, ставьте лайки, если вы играете в наш квест, сегодняшний пароль 1030, пишите, получайте азовкоины и, естественно, в зависимости, на каком канале вы смотрите, столько азовкоинов надо получить. Естественно, если все три канала, получите азовкоины за все три канала. Все, с вами был Герман Пермяков. Услышимся и увидимся в подкастах. Пока.